9 февраля – день рождения героя гражданской войны нашего земляка Василия Ивановича Чапаева. За храбрость и героизм он был 4 раза награжден георгиевскими крестами и получил чин подпрапорщика. С 1917 года стал командиром 138-го запасного пехотного полка, а уже в 1918 году был назначен комиссаром внутренних дел по Николаевскому уезду. Командовал красногвардейским отрядом, который подавлял кулацкие мятежи в этом уезде. В апреле 1919 года принял под свое командование 25-ю стрелковую дивизию, которая сыграла важную роль в контрнаступлении Красной армии против колчаковских войск. За проявленное мужество Чапаев был награжден орденом Красного Знамени. Он погиб в 32 года, однако посмертная слава превзошла все мыслимые и немыслимые границы. Его вспоминают как человека из народа, простого, но смекалистого, образ которого надолго запечатлен в народном фольклоре. Очень приятно, что на родине деда так его помнят, чтят. И мне хотелось бы, чтобы все брали с вас пример и своих земляков также уважали. Мне очень приятно иметь тесные связи с представительством Чувашии здесь. Мы всегда их поддерживаем, всегда откликаемся на их просьбы. И мы желаем народу Чувашии успехов.